ЕК подает в суд на Венгрию из-за закона об образовании. Венецианская комиссия признала, что закон содержит проблематичные положения. Еврокомиссия подает в суд на Венгрию, которая внесла изменения в закон об образовании, тем самым ограничивая права университетов из ЕС. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Еврокомиссия решила судиться с Венгрией в суде ЕС на основании того, что Будапешт изменил редакцию закона о высшем образовании от 4 апреля 2017, диспропорционально ограничив университеты из ЕС, говорится в сообщении. Согласно выводам Венецианской комиссии, венгерский закон о высшем образовании в целом соответствует европейским нормам, но его измененный вариант, который ужесточает правила в отношении иностранных вузов, содержит некоторые очень проблематичные положения. В июле Европейская комиссия направила Венгрии предостережение в рамках юридической процедуры против Венгрии о том, что закон о высшем образовании несовместим со свободой высших учебных заведений предоставлять услуги и открываться в любой точке ЕС. Напомним, Еврокомиссия также судится с Венгрией из-за невыполнения ею обязательств по мигрантам. По материалам сайта news.com.